Так, Фоленька, вставай. У нас тоже будет снимать. Тоже уже снимаю. Куда деваться от этих съемок? Никуда, папа России. Ну давай, не спори. Очи всех на Тебя, Господи, уповают, Ты даешь им пищу во благое время. Отверзаешь свою щедрую руку, утоляешь всякое жизненное благоволение. Благослови, Господи, и освети сии дары. Даруй принять их чувством благодарности Тебе за все хвала, слава, честь и поклонение. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Так, ну какие тут у вас дела были, какие происшествия, и все хорошо, тихомирно. Как, Никита Андреевич? Хорошо. На огороде работали? Да. Ну, слава Богу. А здесь кто оставался на кухне? Мы с Лизой. А и с Мариной, а потом мне ушли. Замечаний не было, да? Да, слава Богу. Ну, садимся. Удивительно. Удивительное явление крапива, можно сказать. Вчера применили, а сегодня тишина. Видите, молча. Хотите говорить, лучше, да, он будет шептаться. Внимание! Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Слава Божия. Кто сидит лицом сюда, вон вон. На обед. Кто сюда, туда лицом сидит, те могут смотреть там. А кто туда лицом, может. То есть это рыбы бараньи на выбор можно выбирать? Да. Понятно. Так, кто будет сидеть? Есть чай, Глаша, здесь масло. Ну давай, давай, раскопаем.